Сегодня мы с тобой будем изучать букву Я. Я думаю, ты уже знаешь эту букву. И поэтому попытаемся прочитать несколько слов с этой буквой, которые ты увидишь внизу экрана. Поехали! Итак, первое слово очень коротенькое. Попробуем его прочитать. Правильно. И-мя. Давай теперь возьмем слово подлиннее. Это слово. Попробуй его прочитать. Правильно. Вася. Ну а теперь самое длинное слово. Но я уверена, что ты справишься. Попробуй. Правильно. Это слово. Фа-ми-ли-я. Ты заметил, что во всех этих словах есть буква «Я». И теперь, так как ты хорошо потрудился, давай послушаем стих. Агния Барто. Имя и фамилия. У нашего Василия есть имя и фамилия. Сегодня первоклассников записывают в класс. Не растерялся Васенька и заявил тот час. Есть у меня фамилия. Я Вася Чистяков. Вписали вмиг Василия в число учеников. Да, имя и фамилия не пара пустяков. А теперь скажи, ты помнишь, как звали ученика этого класса?